Так. Вроде все. Все сделал, все, что мог. Доброго времени суток, дорогие друзья. Играет команда X-Team против Бизнесмен. Они же Illuminate, они же Finfax. Играем карту Кровавая Жатва. Второй полуфинал Rage Cup. Привет, администрации. Насчет лагов не знаю. Запись включена, если что, потом там будет лучше видно. Вот, у нас здесь сразу ранний танк. Составы команд сейчас озвучу позже. Как только у нас будет отыгран танк, и там уже посмотрим. Вроде нормально, обычные 20 фпс-очки. Так что уж... Вот, напоминаю, что во вчерашнем матче выиграла команда Fast and Furious. Не знаю, когда вы будете смотреть запись. Да, я тоже ее залью, если будут проблемы с Овнедом. Почему-то он в последнее время отказывается заливать записи. Но в этот момент у нас Edge ловит камень. И Sixire тоже. Вот. На заднем фоне у нас тусуется Охотник. Еще один камень. Милая личка. Зои. Ну, сомневаюсь, что она будет милым после стаки-то ударов. Так, Кура оттаскивает. Гром нападает. Вот сейчас, если бы Гром не промахнулся, был бы минус... Зойка. Вот сейчас можно этим воспользоваться. Нет, жива. А, и это фантастический лак на самом деле. Ну, короче, инкап Сиксайра был оформлен. И Ред... Да, и Ред решает добивать, это правильно. Ну что ж. Зоя убита. Отлично, отыгран минус один Фрэнсис. Тут просто опаснейшее место и... Похоже... Бизнесмены знают, как здесь играть. Еще один камень ловит у нас сынок. И, конечно же, тут очень сложно сейчас. И еще один Эдж ловит камень. Блин, пардон, кошмар. Есть заблёв двоих, и сейчас надо добивать. У танка еще 30% хп, что, в принципе, очень много. Ребята застряли в мобах. Сейчас можно зажать уже Эджа. И охотник напрыгнул на Луиса. Все. Вау. Вот это начало. Минус 4. В исполнении танка. С отличнейшим суппортом. Вот благодаря вот этому прекрасному острому краю. Вроде все сказал. Ну что ж, очередь бизнесменов. Просто приставка Illuminate меня немного смущает. Сбивает с толку. Вот, также на задний фон выставляем музычку, как обычно. Армин Ван Бюрен, State of Trance. Поэтому не удивляйтесь, если что. Как-то просто, когда один комментирую, оно спокойнее, если честно. Ну что ж, столь ранний танк значительно сокращает прохождение карты и здоровье выживших в разы. И, как показали бизнесмены, в ноль. Количество очков X-Team просто стремится к нулю. Так как я сейчас прохожу пределы по математике, вы могли увидеть, вот там, заметить краем глаза, когда я перезапускал трансляцию. Ну что ж, очередь бизнесменов. Напоминаю состав: Джонни, Валд, Кикери, Ред. Есть заблёв. И вот Кура будет также пытаться отыгрывать с танком, как это делали... А, Куробот. Да. Смотрим, как он... Рывками передвигается, потаскивает Кикери, но быстро снят все-таки. Вот, это... Так, ну и да, бывшие проходят опасное место. Гром отлично работает, нужно прикрытие охотника. Да есть прикрытие, если Жаке еще напрыгнет, успевает снять охотника в итоге. Так, ну в это время Гром снял с Валда практически, да, вот даже инкап в исполнении... Эджа, который играет танка, а не просто инкап. Убит у нас один из игроков, просто я пропустил этот мент, уж простите меня. И да, выживший рашат, при этом попутно сливая хп танку, но у него достаточно много. Так что не состоит особого труда, я думаю, убить их. Особенно если будет пропущен заблев. Правда, только один почему-то заблевался. Это у нас Ред. Смотрим. Танк начинает зажимать Кикири. Кикири отлично разводит на удар танка. И... Нет, все-таки догнал. И роспись.
Гром и Кура весьма неплохо подбирает остальных двух высших. И тут ПВП Кикери с танком. И бедняга Луис просто вскрикивает. Так, все, вот респ охотника. Это у нас был Снок. Первый раунд закончен. А разница между командами 33 очка. Да, вот это начало. Так яростно, неожиданно. Что же мы увидим на дальнейших картах? Даже не знаю. Сложно пока судить о... какая из команд лидирует. Вообще о чем-либо сложно судить, то, кроме того, что... охренеть, какой неудачный танк был на первой карте. Это вот все, что я, наверное, могу сказать сейчас. Пока о кровавой жатве. Ну, может быть, стоит напомнить то, что... это... карта портирована из первой части, поэтому у многих игроков, которые играли до этого сначала в первую часть, ветераны первой части, они могут вызвать такое щемление в груди. Да, вот так вот. Ну, я сам играл первую часть, но я, признаюсь, был пиратчиком. Я, по-моему, об этом говорил ранее в трансляции. Вот. Так что... арр, свистать всех наверх, и мы начинаем. Ждем последнего рейди. В защиту от DDoS у нас скрытый IP. По возможности ушел в офлайн, поэтому каких-либо комментариев вы не увидите со стороны других игроков, которые мне пишут. Ну и ребята тоже ушли в офлайн, дабы избежать как бы лишней известности в определенных слоях. Ладно. Команда написали ready. Вторая карта. Туннель. Хант. Бэкфлипом, не знаю. Так, от стеночки красиво. Ну, уже убит, правда. Жаки пытается вытащить Фрэнсиса в слиз. У него это получается. С рейда слита 10 хп. Но в целом все хорошо. Вот. Сейчас только спека надо прописать, чтобы правильно пришел бонус. Конечно, обидно, когда такой мизерный разрыв. Но с другой стороны, как обычно, я буду надеяться, то, что тогда видеоролик о трансляции поместится в один файл часовой. У кого что. Так, ну что ж. Здесь у нас ивент. Я не знаю, можно ли его рашить или нет. Сейчас Армин проговорит свою речь. Какой у меня классный напарник сегодня, да? Правда, он ничего не смыслит для ФД. Но в любом случае, сейчас у нас пока нету атаки, то есть вам не стоит волноваться. Так, пошел охотник брать Кикери, который в одиночку попытался запустить сирену. Для него это вылилось в потерю половины хп. Конечно, много, но не критично все-таки. Вовремя ребята как-то отстрелили. Я боялся, что вообще будет инкап, и тогда, когда пошли бы другие зараженные из суппорта, нападая на отставших высших, было бы гораздо страшнее. Или вообще Кикери можно было съесть. Даже звучит, знаете, как-то хрустяще, как курица из KFC. Кикери, да? Класс. Вот, но в это время ребята занимают у нас оборонительные позиции. И... начинаю. Пошла атака. Так, охотник напрыгивает. Есть заблев, но, к сожалению, был Кура, но он уже слит, походу. Нет, не было Куру, потому что Жаки, охотник, плевый, толстый был. Ну, Жаки в итоге слит. У Кикери красное хп, но пока все нормально. То есть, как мы знаем, если даже два члена из команды избиты, у них там юшка течет, кость из ноги торчит. Их можно накормить таблетками, они забудут обо всем, будут видеть пони и не думать ни о чем. Вот. Так, агрят атаку, есть заблев. Гром промахивается, к сожалению. А Кура там недолго тащил на себя Зойку.
огненной любви и ласки хотел им ей оказать, показать, не знаю. Нет, все хорошо. Ребята, справляются. Но опять же, у нас получается так, что вот еще один полуфинал, и в итоге сражается русская команда, если XT можно назвать русской командой, против финнов. Соответственно, Illuminate, они же бизнесмены, они из Финляндии. Так, отлично, Rocket Boomer, правда, вот зацепился за лестницу в итоге. Плёво. Да, она попадает под охотника, но Red снова теряет немного КП. Нет, ну это мелочевка, серьезно, это подобные мелочи можно слить на... Подобные мелочи ХП можно слить и когда ивент сагрен и бегут просто мобы. Бонус 740. Отличный высокий бонус. И пройдена уже большая часть пути, у нас танк. Довольно поздний танк, как мне кажется. Гром промахивается. На самом деле просто бот. И бизнесмены бегут назад. Так, Кура пытается подтянуть все кикери, но в итоге... Нет, язык оборван и Кура убит. Есть у ребят канистра. Вот. Для счастья всех детей во всем мире. Так. И... Сложно сказать, попал ли камнем танк. Я пропустил этот момент. Агрит, во всяком случае, на канистру. Выживших у нас с XR контроль передан Джимми Хендриксу. И великий музыкант прошлого... Нет, сынок у нас будет за рулем танка. Пошел суппорт. Гром не попадает, но это снова бот. Потому что была двойная передача контроля. Rocket Boomer не удался в итоге. Танк пытается откидывать камни, как мы видим по крошкам на экране. И танк идет. Смотрим. Сейчас главное вовремя подключиться к суппорту. Так, начал раздавать. В итоге два удара по Фрэнсису. Заблёл двоих. Камень попадает в Зойку. Охотник убит. В целом, на данный момент у нас Снок отлично отыграл танком, как ни крути. И слил бонус с Реда и Валда. Так что, постоянные ХП только у Джонни. Бонус упал в два раза. Но ХП достаточно высокая, и будет трудно убить на самом деле финнов. Так что надо будет приложить все усилия. Нет, толстый слит, и если и будет атака, то она будет без заблёва, в чем я сомневаюсь на самом деле. В атаке как таковой. Откинута пайпа, которая была... Ох ты, какой богатый набор на самом деле нас насобирали. Бизнесмены, у нас есть еще и молоток, и который вот сейчас просто так откинут. Нет, чтобы закрыть рез на самом деле зараженных. И байла к тому же. Ждем последнюю атаку. Гром попадает. Уже слит к этому моменту. Охотник, в принципе, напрягет. Так, кто там еще был? Жакей, по-моему. Но в итоге... Я просто изо всех сил наблюдал за Кикери. Не так уж много слита ХП с него было. Но в итоге бонус 272. И разрыв составляет 805 очков. Если есть какие-то лаги в трансляции, не волнуйтесь, потом будет запись, которая будет в меньшей степени лагать. Я очень на это надеюсь. Ладно, очередь X-Team. Напоминаю, что разрыв на данный момент составляет у нас ни много ни мало, а 800 очков. Так, и я...
пытаясь вспомнить, сколько у нас дается очков за дохождение. Пятьсот, насколько я помню. Или около того. Просто вот в этом конфиге оно не указано. Гореть не в аду. Я не могу заткнуть этого парня, так что придется потерпеть. Уж не удивляйтесь. Но музыку Армин все-таки подбирает отличную. Так, ладно, в это время нас не готовится атака. Хотя вот Гром с Плевой что-то явно замышляет. Господи, я надеюсь, не запустил подкаст с интервью. Зараза. Надеюсь, меня слышно громче, чем этих ребят. А, так, ну что ж, не спешат у нас X-Team. Сейчас можно вот весьма неплохо стончить вниз выживших. Если поймать особо опасный момент, это будет опасно. Кстати, о, здесь стена. Так, команда разделилась. Скимпой у нас Sixire. Так, пошла атака. Гром слит, охотник слит, Плёва убита. И Жакей ПВП с инком, но по количеству ХП с инка можно понять то, что он как-то не затащил. Да, вот. Ударился о крышу мертвой тушкой Жакей. Сагрина сирена, и ребята также будут отсиживаться. Причем позиция у них, ну, немного другая на самом деле. Но смотрите, как интересно задумано. Сексайр, который является снайпером, вот она же, он же Зойка. Как бы с противоположной стороны других высших, чтобы ему было удобно снимать их. Но зато отлично работает Кура с Плёвой в дуэте. И Гром также старается танчить сынка. Вот там и своевременно отвлек внимание охотник нашего снайпера. Но и хоть и выглядело это очень эпично и опасно вроде как для высших. Много хп не было слито. Я удивлен на самом деле. Выглядело так, что когда Кура стащил сынка вниз в слизь и потом еще добавил ему гром, ему будет гораздо больнее, чем вот то, что мы видим сейчас на экране. Но... Так что нет, ребята идут вполне неплохо, бонус шикарен. Смотрим. Пошла атака, срезан язык. Такой вот помощь товарищу. Зойка срезает язык, который был направлен на Фрэнсиса. Убита Плёва. Да, и охотник Жакеем тоже убита, но я, простите, я даже не заметил, как они умерли. Я был увлечен вот борьбой Куры против Фрэнсиса. Ладно, сейчас у нас обыкновенный раш вперед. И ждем танка. Меня радует то, что по-прежнему командно действует у нас выживший. То есть, видите, по парам разбиты в любом случае. Охотник не долетает. К тому же, передача бота была. И, в принципе, неплохая музыка, чтобы рашить его по танку. Пошел Громила. Есть заблев. Жакей попал. Гром попал. И вот с таким заблевом можно весьма неплохо протачить. Нет, вот повезло буквально Зойке, и камень не попадает. Где у нас танк? Будет большой наглостью попросить Реда в полуфинальном матче потанцевать для трансляции. Ну я не буду этого делать на всех случаях. Танк по старинке откидывает камни. Не рискуя идти без суппорта.
Оно и правильно, все-таки смысла от него будет мало, если он сейчас сольется. Так, ладно, пошел суппорт. Охотник взят на приклад, Гром слит. И вот что делает Кура. А Кура тоже мертв. Мертв? Мертв. И второй контроль танка, кстати, стоит отметить. Так, подвинем ближе камеру к высшим, потому что здесь будет сейчас суппорт идти сначала, походу. Во всяком случае, выглядит это именно так. Ну да, танку придется отыгрывать от бумера. Пошел Рокет Бумер. Так, танк начал зажимать Рошель. Какую Рошель? Зойку, пардон. Есть инкап. Охотник красиво слит Джимми по тактике из первой части. Дробью в лицо. Но Вальди весьма неплохо справляется с Джимми и ингапа этого. В итоге даже пытается уйти. И уходит с бонусом 500 хп на себе. Весьма неплохо отыграно. Есть два ингапа. Бонус небольшой, конечно, но... Ну и не маленький, скажем так. Хороший бонус. Сейчас надо танку, придется, похоже, отдать контроль боту. Так, есть заблёв. Да, контроль передан боту, как я и говорил. И сейчас можно неплохо протащить под бота с суппортом. Так, я не могу удержаться. И нет, 25 не было. А так красиво все-таки, да? Почти на мой. Ну что ж, Гром попал, Охотник тоже попал, но все быстро было слито, так что ничего страшного. Танк по-прежнему жив. Ну, уже мертв на самом деле, потому что снайпер справляется со своей задачей. И с бонусом в 356 ребята рашат вперед. Так, есть плевок, у нас даже растаскивают. Все вот так вот серьезно на самом деле. Был заблев. Толстого откидывает. Прикладами, хотя Фрэнсис все-таки пострадал. Но ему можно, на нем бонуса нету. Такой вот расходный материал у нас. О да. Вот. И Пайпа, и Молотов, вот, вот на этом месте это то, что нужно на самом деле. По Молотов можешь забрать с собой, дабы, не знаю, выпить его. Пережечь раны. Что там еще можно? Ну, в любом случае, не использовать по назначению в конце карты. Глупо. Глупо, 100% глупо. Так, пошла атака, во всяком случае, распрыга охотника закончилась его смертью о стену. Один удар рукопашный Громом был нанесен, но... Так, ребята спокойно его сливают. Плёва тоже убита. И ребята доходят даже с большим бонусом. 500 очков за дохождение, то есть за дохождение... Следующей карты будет 600. Так, ну что ж, и команды снова идут ноздря-ноздрю. Разрыв-то составляет всего, навсего, 13 очков. Вот это да. Я, правда, не помню, 1-4 или 1-3 мы играем. Но, скорее всего, 1-3, потому что четвертая карта это уже... Нет, 1-4. Туплю. Уже начал забывать потихонечку о карте из первой части. Так, ну что ж, да, с преимуществом всего в 13 очков у нас по-прежнему лидирует Eliminate.
Они же бизнесмены. И я даже рад, что они начнут эту карту первыми. Если здесь будет какая-нибудь прелестная ведьма или еще более чудесный танк, наша команда уже будет знать об этом, в отличие от финнов. Еще надеюсь, музыка меня не сильно глушит. Потому что тогда вся трансляция коту под хвост. Ну, кроме тех людей, которые смотрят меня без звука. Охотник красиво взят на приклад. Гром попадает, правда. Кура там пытался оттащить одного из высших не особо удачно. И да, хорошая атака. Кикери теряет ни много ни мало, а половину хп с первой же атаки X-Team. Ну что, даже хромает, что ли? Да. Отлично. Просто отлично. Удостоверяется то, что у него... Да, 37 хп. 60% ребята слили с первой атаки. Это отличное начало. И у нас танк. Посмотрим, где его будут принимать, но напомню то, что... Нет, классически его принимают в коридорах, квадрате, не знаю, как сказать, который у нас прямо возле выхода из Убеги. Вот. И да, похоже, Illuminate не собирается придумывать велосипед и таща за собой канистру. И идут туда. Танк пытается сагрить выживших на канистру. Сейчас главное не поджечь, на самом деле, тогда... Да, вот, танк не горит, в отличие от канистры. И у нас передан контроль. Проблема в том, что сейчас еще надо оттолкать это... Да, все, бревно, и можно идти. Пространство у нас достаточно узкие, так что и танк будет здорово расстреливаться, но и раздавать он может весьма и весьма неплохо. Вот благодаря чему я люблю вторую часть. Все-таки отлично работает гром, и это есть заблев, и танк просто прекрасно раздает, правда, потеряв уже половину хп. Есть один инкап. Есть второй инкап. И танк пытается убежать, но нет. Ну что ж, что там такое с Биллом-то не такое? Фанаты омского газмяса достали этого пацана в зеленом берете. И в итоге, да, отлично работает Джеки, мы поймали этот момент. Я заснял, и... Да, Джеки добивает остатки бонуса с выживших. Фрэнсису пришлось бежать, чтобы спасти Билла. Ну что ж, отлично отыгран танк, шикарный суппорт. Стоит отметить игру Грома, конечно же, толстяка. Из того, что нам запомнилось прям ярко. Ну и вот Джеки в конце красивый, конечно. Бонуса у ребят нету. Но, в принципе, им стоит благодарить Господа за то, что они просто выжили после напора X-Team. Да-да-да. Почему бы нет? Будем надеяться, наша команда более легко играет, чем справится с танком. И сейчас стоит лишь вопрос, как далеко позволят X-Team пройти бизнесменам, прежде чем расправиться с ними. Без завлёва пошла атака, слит у нас к этому моменту. Охотник, Кура снова пытается подтащить. Гром... Попал в Валде, по-моему, но тоже не особо успешно. Все, слит у нас и Кура. И, так как Рашем это назвать сложно, потому что все четверо членов команды, нет, кроме Билла, хромают.
Ну смотрите, как у них шикарно. У них есть пайпа, есть блевотина, есть молоток. И, похоже, X-Team готовит теплую встречу. Ну, тут один удар по Реду, по Кикере, и будет инкап. То есть на этом можно сыграть. Если сейчас... Да, вот, что и сделал Сиксайр. И Толстый тоже. Но, правда, Толстый слился об Луиса, так что не лучшая идея. Есть плевок. Гром в это время сражался в рукопашную с Джонни. И снова ребята отвлеклись, и Жаке воспользовался слабостью изо всех сил. Постарался оттащить Фрэнсиса. У нас половина команды уже инкап. ЧБ, пардон. Кикери и Ред. Вот поэтому их как раз и подкармливают таблетками. Вот вы сами все видите. Кстати, что приятно... Блин, сейчас он договорит. Вот в чем минус незаконного использования подкастов. Так, Гром уж чересчур длинный путь выбрал, дабы добраться до высших, поэтому и Плёва, и Гром, и Кура слиты, но заблёв Толстого был. Что приятно, Армин, несмотря на то, что он является диджеем номер один в мире, он вот продолжает общаться со своими слушателями, причем с самых разных стран. Там можно слышать, как ему присылают письма из Украины, России и многих стран. Вот, ладно. О чем это мы? Сагрина Сирена. То есть вот такой принцип домино у нас работает здесь. И, блин, ну реально далеко что-то пустили на X-Team. Взят на приклад Сиксайр и убит. Плевок мимо и забажился вообще как-то. Откин молотов, дабы не было ботов. О, тут забор нового поставили. Так, слита атака и Жаке, и Гром, все слито. Что смешно, ну доходят, причем с бонусом 112, это смешно, так как они этот бонус снесли с самого начала карты, в принципе. Вот, это, возможно, минус морали и X-Team. По поводу заборов, мне, я прям представляю, как вот ходят вот эти вот мобы такие... И среди них находятся, ну, так как мы находимся в Америке, вряд ли можно сказать, что там будут таджики или узбекистанцы. Мексиканцы. Среди них находятся мексиканцы, которые замечают молоток, гвозди и доски. И так как делать больше нечего, они вот это так же по инерции, неспешно, так вот... Готовят сюрприз выжившим в надежде, то, что они оценят и... почувствуют заботу зараженных, которые специально возле убежища возвели такой милый забор. Вот. И, возможно, даже тогда сдадутся без боя и пожертвуют свои мозги на опыты для зараженных. Почему бы нет? Веселая версия, на мой взгляд. Ладно, очередь X-Team. Разрыв сейчас составляет, если вот сейчас глянуть, 700 очков. Вот, при том, что за дохождение карты 600, можно вполне все это дело отыграть. Мы верим в ребят, будем болеть за них. И вот, не спеша так старается сагрить танка. Где же у нас будет первая атака? Мне интересно все-таки. Рез зараженных уже пошел. Так, во всяком случае, охотник уже резнулся, я по нему оценил ситуацию. Кура будет пытаться работать на бревно, дабы подтащить танку. Вот, и что же нас решает X-Team? Они поспешно зажигают бревно и решают рашить вперед. Не думаю, что это лучшая идея. Охотник попытает на 15 очков урона в
Луиса. Кура оттаскивает Фрэнсиса, его же танчит Громила. Танк по-прежнему жив и выбивает бревно. Да. Ладно, есть... В это время мы видим инкап Джимми. Танк гонится за сынком. Но в целом-то, если подвести итог столь сумбурной атаки... Закрой рот. Ребята принимают танка гораздо лучше. Бонус 752. Инкапнут один Джимми. И то, мне кажется, по недоразумению, когда его схватили и Кура, и Гром просто, ну, не справился парень. Бывает. Есть заблёв. Включаем обратно музычку. Охотник распрыгает, отвлекает внимание. Неужто напрыгнет? Так, Кура пытается потащить, не получается. Быстро снят. Гром попадает. За что ему честь и хвала. Атака слита, но... Тут вот сынок потерял немножко сексайр по мелочи. Но... Что мы видим? X-Team-то набирает темп. И сейчас я очень надеюсь, что мы увидим раш, который не смогут остановить ни одна финская группа зомби. Пусть так. Смотрим. Впереди планеты все у нас рашит Джимми. По старинке с кемпой. Блин, что я несу? О, с дробовиком, конечно же. С кемпой у нас сексайр, ничего не изменилось. Ну, опять же, смотрите, командная тактика. Так как Джимми не несет на себе бонуса, он нас и идет первым. Вот, правда, сынок еще что-то пытается делать. Готова атака, пытается развести ее. Машнят немножко, ребята. Так, вот гром мимо. Хотя нет, вру, попадает. Есть заблев. И да, красиво у нас сынок из-за угла оглушает. А, плевательство, но она уже успела плюнуть к этому моменту, и Сексайр теряет остатки бонуса. Так что это неприятно, конечно. Бонус 456. Если хотя бы две сотки, ребята, доносят, это уже будет отлично. Вот, они уже выйдут в отрыв. Так, ладно, пошла атака, гром промахивается, охотник попадает, плёва не рассчитала, работала под грома. Но он, в принципе, шикарно раздает рукопашную по Джимми. Вот, но на нем и так нету бонуса, так что ничего страшного. Найдено три пары таблеток. Это просто чудесно. Как вы видите, на сотенку бонус-то поднялся. Сагрин ивент. Тут немного в мобах-то застряла Рошелька. Почему бы Рошелька? Потому что она тёлка и также в красном одета. Возможно. Зоя, конечно же, Зоя. И у нас готовится последняя атака зараженных, по сути. Так, пошел респ, гром промахивается, убит на ходу. Плёва слита, без заблёва и жокей. Все, что осталось от смелой гвардии наших мутантов, если их можно таковыми назвать. Вот. И, да, высшие заходят с бонусом 412. Отлично. И благодаря этому вырывается вперед. Ни много ни мало, на чуть меньше, чем 300 очков. ...287 очков в пользу X-Team, если быть точным. Ну что ж, последняя карта, Train Station, как нам сверху в левом углу подсказчика пишет.
А, ну что ж, даже не знаю, что сказать. Увидим. Вот этот отрыв 287 очков, он, конечно же, не критичный для бизнесменов. Легко отыгрываем, в принципе. Вот, но если X-Team постарается и поднажмут сейчас, ведь они первыми начнут карту, тогда уже будет сложно что-то исправить команды Illuminate FinFax. И у меня, похоже, зависла... Почему так? Карта. Не знаю, ждем. Да, грузилась. Все настолько плохо. Так, тогда секундочку, мне кое-что надо сделать. Возвращаемся на сервер, пока, дабы скрыть IP, пришлось поменять заставочку, не обращая внимания, технические трудности небольшие. У нас проблемы с серваком. Слушаем музыку, никуда не отходим. Мы сейчас продолжим. Наслаждаемся заставочкой. Куда не уходим, тут серв упал на самом деле. Ждем. Тут, в отличие от вчерашнего матча, все хорошо, тут нету срача между игроками. И просто по техническим причинам, не из-за доса, так что не волнуйтесь. Вот. Можете пока писать вопросы, если у вас какие-то имеются. Там буквально 15 минут игры осталось, можно досмотреть. Но опять же, от меня ничего не зависит, просто сидим, ждем. Можете пока чай пойти сделать.
Все, мы возвращаемся на сервер. Или не возвращаемся. Последнее отмеченное мной достижение. Нет, похоже, по-прежнему ищем сервер. Так что ждем по-прежнему. Неважно, что за сервак был. Не в сироке дело. Ладно, слушаем музыку. Все, что я могу сказать. Так, ну, тут пока у нас живых ставят, не знаю, дефибриллируют сервер. Вот, спасибо, что смотрите. Особенно некоторые товарищи, которые прилагают все усилия, чтобы сорвать трансляцию. So many great albums out at the moment. Just had a special about W&W's new album Impact. This comes from the new album by Activa. To the point, I chose for the track with Will Atkinson, Access. Check it out, it's really a great album. Track before that was Andre Fizoire, Moonraker, the Daniel Candy remix. Don't forget to tune in next week to hear all about my new compilation CD, Universal Religion Chapter 5. Mixed live in Space Ibiza. In just a little bit, you'll hear two live sets from Space Ibiza, one by Jochen Miller and one by Cosmic Gates. But first, it's time for the State of Trance Radio Classic of this week, suggested by Abdul Mughal from Leeds in the UK. Here's Cultivate, Broken Pieces, the Golden Scan remix. Я так надеялся закончить.
Ладно, вот, привет Антарасу. Френдлист мы отключаем. Так, один комментирую. Вот меня в заднем фоне комментирует этот Армин Ван Бюрен, ни много ни мало. Пардон. Так что сказать то, что я один комментирую, сложно. Ну что ж, 287 очков разница в пользу Xteam. Последняя карта. Смотрим. Вроде школа уже началась, а ребята продолжают буйствовать. Непонятно. Так, ну что ж. Мы снова с вами на поле боя. Станция наша железнодорожная, как мы все помним. После многих обновлений Valve обходить надо только через внутреннюю часть что это, самой станции, если это можно так сказать. Если это и похоже на станцию, то какого-то уездного городка N, вот где люди приезжали и раскладывали какие-то вещи здесь, но не на какой-то большой серьезный город. Ну хотя это логично, или даже если взять всю компанию в целом, так как нас там впереди будет только один одинокий фермерский дом, в принципе, может быть, это какая-то погрузочная станция. Тогда логично, вполне логично, что здесь рохля стоит, мешки цемента, пара несдвигаемых ящиков там, кирпичи, ну вы поняли. Тогда это все обретает смысл и даже, в принципе, логично. Вот, ну ладно, мы продолжаем. Так, Плёва, Бумер, Охотник и Жокей для первой атаки. Так, пошел рез, без заблева будет у нас атака. Охотник не попадает на дамагу, но попадает на Луиса. Но нет, не серьезно. То есть, в принципе, спокойно у нас отбита первая атака. Без страшных 25 от охотника. Без слизи, которая могла снять до хрена и чуть более хп. Так, и танка идут принимать, вот. Да не просто идут принимать, а просто прыгивает и вот. А есть инкап с инкап. Тут уже не просто инкап, а минус на самом деле. Похоже. Так, без заблева снова. А охотник попадает на Зойку, но ловит камень на Слуис. И танк спокойно добивает. Даже нет. Да, добивает все уже. Минус ног. Парень чуть-чуть не успел, обидно. Смотрим, что теперь у нас делать Кикери. Стоит 15%. В принципе-то. По 20% на каждого из Xteam. И вполне можно будет. Так, танк решает гореть, но идти сразу. Вместе с погрузчиком. И сейчас нужно наблюдать за суппортом. Пока танк мажет, теряет хп. Пошел суппорт, гром попадает. Жокей попадает. И все, что должен сделать танк, это сейчас прикрыть. Но он не успевает прикрыть, например, того же Грома, но отлично справляется с погрузочной машиной и инкапает Эджа. Да не просто инкапает, а минусует его. Все, это минус Эдж. Луис, бедняга, тоже без бонуса. Ну что ж, шикарно отыгран танк на самом деле. И хрен его знает, что теперь делать Xteam. И да, ребят, у нас DOS сервера пошел. Н-
неприятно. Похоже, проще всего будет, наверное, вырубить мне трансляцию, пойти спать, дать ребятам доиграть, а уж потом уж сообщить вам о том, что мы решим делать. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас решат игроки. Да, вторая трансляция, которая у нас оборачивается досом. Спасибо центру за это. Так. Ну не знаю, посмотрим, что у нас решат команды. Есть вероятность, что я уйду и... Мне интересно, как бы бизнесмены заговорили о том, если бы они проигрывали. Всего 25-35 очков КП. Гудкэт, зайди к нам, пожалуйста. And right now I transport you back to Space Ibiza. Как же мне это всё надоело. First up, Jochen Miller. Давайте я переключу картиночку пока. Как только мы все решим, включу ее обратно. Приношу свои извинения, но тут уж не моя вина.